Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня, пожалуй, одно из самых важных видео для большинства людей. И этим видео я хочу поставить точку в спорах о том, полезна соль или вредна. Итак, сегодня из данного видео вы узнаете. Соль – это палка о двух концах? Кому можно, а кому нельзя потреблять соль? И сколько можно потреблять? И какую именно соль? Чем важен натрий и чем хлор? Как и почему соль нужна нашей иммунной системе, сердцу, надпочечникам, а также желудку? Полезно ли дышать солью? У кого бывает дефицит натрия? Чем была соль в старые времена у нас в стране и в других странах? Соляная кислота и хлорка вырабатывается нашим организмом и какую роль здесь играет соль? Какая соль вредна, какая полезна? Растительная альтернатива соли. Я дам вам маленький совет. Если вы, как некоторые люди делают в процессе просматривания видео, решите, что нет смысла вам его досматривать до конца то посмотрите минуты под этим видео, то есть тайм-коды, и посмотрите, какие темы я раскрою в самом конце этого видео. А в конце видео у вас полностью изменится представление о соли. Более того, вы откроете для себя новые ее стороны. То, о чем и представить не могли. Итак, главный вопрос. Соль – это белая смерть или нет? Если сахар, это точно белая смерть. И об этом все обоснования у меня на сайте в моих многочисленных лекциях есть, то с солью это не так. Давайте разбираться. ВОЗ Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять не более 2 грамм натрия в сутки, а это 5 грамм соли, и так не более 5 грамм. Имеется в виду вся соль, получаемая с пищей, то есть та, которая содержится в продуктах, например, хлебе, и которую человек солит дополнительно куда-то в еду в течение дня. Я лично знаю людей, которые не едят соль более 15 лет и более, и они здоровы. И это факт. Соль есть во многих продуктах переработки. Например, тот же хлеб. Да соль добавляют практически везде. Почему же в 20 веке стали так ругать соль? И внедрили в сознание людей, что соль это белая смерть. История вопросов. И дело вот в чем. Соль действительно повышает артериальное давление. И это неоспоримый факт. Итак, 1 грамм натрия, то есть 2,5 грамма поваренной соли, поднимает артериальное давление на 2,86 мм ртутного столба. Учтите этот факт. И ученые и медики считали, что раз уменьшаются риски развития гипертонической болезни при уменьшении соли, то и уменьшаются риски получить сердечно-сосудистые заболевания вплоть до инфарктов. И значит человек может прожить дольше. Таким образом, раньше медики объясняли связь между потреблением соли и более ранней смертности от ее потребления. Но если связь соли с повышением давления доказана, то ее связь с сокращением жизни абсолютно не доказана. И противоречий здесь нет никаких. А вот уже стопроцентное доказательство обратного. Итак, в 2018 году в журнале Lancet была опубликована статья, ссылку я дам в описании. В этой научной статье были даны данные по исследованиям 151 тысячи человек в 27 странах мира, от 35 до 75 лет людей без кардиологических заболеваний. И были сделаны выводы в результате этих исследований на здоровых, я подчеркиваю, конечно, на здоровых людях. И выяснилось следующее. При потреблении не 5, а 10 граммов соли в день заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями была выше. Выше из трех групп. Первая группа 10 грамм в день. Вторая около 12 грамм в день. Третья более 14 грамм в день. Зависимость весьма странная, но тем не менее это факт. Итак, при 10 граммах в день было увеличение смертности, при 12 граммах в день вообще не было выявлено никакой связи, то есть смертности с потреблением соли была самая низкая смертность из трех групп людей. А в группе с потреблением 14 и более грамм соли в сутки была тенденция, но сверхмалая. То есть было слабое увеличение сердечно-сосудистых болезней с ростом потребления соли. А это означает, что прямой связи болезни сердца и потреблением соли нет. По крайней мере ясно одно. 10-12 грамм в сутки соли, получаемые человеком из всех съедаемых продуктов в день, употреблять вполне можно здоровым людям, не имеющим артериальной гипертензии, болезней почек, и отеки. И это, дорогие товарищи, было не единственное исследование, были и другие. И там тоже не было выявлено никаких связей. А вот теперь самое главное. Оказывается, низкое потребление соли может причинить вред сердечно-сосудистой системе. И чуть далее я вам поясню это подробнее. А пока маленькая историческая справка. В старые времена, когда на зиму люди заготавливали большое количество разных солений, а это было жизненно необходимо в долгие зимние месяцы, когда климат был гораздо более суровый, чем сейчас, и магазинов всяких супермаркетов не было, Тогда без соли было жить очень трудно, если не сказать практически невозможно. Вспомните те же соляные бунты при царе Алексея Михайловича. Кстати, слово «салат» изначально тоже происходит от слова «соль». Соль когда-то была во всех странах мира мерой стоимости других товаров. Например, слово сольд, sold, сольда, то есть денежная единица, происходит тоже от слова сольд. Sold. Сольда это старинная серебряная монета Португалии и итальянских государств прошлого. Само это слово произошло от римской монеты и слова от золотого солида, где тоже корень соль так как соль действительно была главным мерилом стоимости товаров и услуг еще в более глубокой древности. Внимание! При сильном поте, при высокой физической активности натрия может не хватать и могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания. Тогда обязательно потребляйте соль или подсоленную воду. Да, тем, у кого гипертония, следует уменьшить количество соли. Если у вас после потребления соли есть отеки, они увеличиваются, Конечно, тогда уменьшайте потребление соли в своем рационе, но следите за тем, чтобы не было дефицита натрия. Как этого добиться? Я далее поясню, сообщу одно натуральное средство. Да, совсем немного рекламы про мои видео. Смотрите мои видео, не ленитесь. Практически на любую проблему со здоровьем у меня на канале есть видео. А значит, есть пути решения той или иной проблемы. Можете просто набрать фролов гипертония, фролов поджелудочная железа, фролов лимфатическая система, фролов грибки, или Фролов паразиты и так далее. И скорее всего вы найдете интересующую вас тему. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. От чего вообще бывает дефицит натрия? Очень просто. Когда у вас есть недостаток соли в питании. Когда это бывает? При потерях натрия как бы замкнутый круг. Все завязывается на соли, так или иначе. От чего бывает дефицит натрия, дефицит соли? Ну, во-первых, конечно, от непотребления самой соли. При активном потении, при диареях, рвоте, при потреблении мочегонных средств, при употреблении большого количества воды, и в основном от этого. Или при участии людей в марафонах, в изнурительных физических тренировках. Тогда вообще может возникнуть состояние гипонатриния, то есть состояние тотального недостатка натрия в Организме. А это состояние может быть еще и при потреблении большого количества калия, например, при потреблении большого количества зелени, бананов или иных продуктов, содержащих большое количество калия. Это может быть при истощении или, по-другому, слабости надпочечников, например, при болезни Аддисона. Знаете, что от дефицита натрия может в крайнем случае быть даже отек мозга, кома или инсульт. Итак, выходит, соль все-таки нужна. Сколько безопасно потреблять соли, тоже понятно. Ну, спортсменам можно больше. Так вот, какую соль лучше всего потреблять, какую лучше есть? А это предельно важный вопрос. Итак, сейчас я вам все поясню. Поваренную соль или по-другому натрий хлор можно потреблять только в самом крайнем случае. По крайней мере, вот нашу, современную. Во-первых, потому что там нет никаких других минералов, кроме двух натрия и хлора. К тому же, эта соль вареная, от слова поваренная, ее вываривают. А какой вред несет варка, я пояснял в своих видео, в том числе и о минералах, что с ними становится при термообработке. На втором месте по опасности стоит морская соль, по одной простой причине. К сожалению, в современной морской соли практически во всей, не во всей, но практически есть микропластик. Чуть далее подробнее поясню. На третьем месте стоит соль из источников соляных, где соль варят и жарят, выпаривая ее из воды. Тут условный относительный вред только один. Это ее термообработка. А вот ту соль, которую добывают в штольнях или выпаривают естественным путем на солнце, как, к примеру, перуанскую горную соль, по старинке. Ну, когда она сама от Солнца кристаллизуется, это другое дело. И такая соль стоит на четвертом месте по опасности и на первом месте по безопасности. И эта соль, говоря о ее трансформации, безопасна. Если же вы используете соль при варке и жарке каких-то блюд в процессе приготовления этой пищи, то тогда, конечно, не важно, какую соль вы для этого берете. Ну, в смысле выпаренную, или натуральную, при естественном высыхании подземных соляных источников или, скажем, добытую из отложений древних морей. А если вы добавляете соль в салаты, сыпите, крошите или разводите в воде, как я в одном видео своем советовал, или если вы подсаливаете еду после ее приготовления, то есть после термообработки, в процессе остывания этой пищи, либо вы едите сырую пищу, тогда да, имеет значение, какую соль вы берете и потому тогда берите соль или илецкую, еще такую добывают у нас, или перуанскую, что гораздо лучше, или вот эту, самую лучшую, соль номер один в мире, только натуральную гималайскую соль без химии. Будьте осторожны, Подделок с гималайской солью сейчас очень много, туда добавляют часто красители. Да, лучше всего потреблять именно гималайскую соль. А вот почти вся морская соль содержит тот самый микропластик в своем составе из-за выбрасывания людьми миллиардов тонн пластика в мировой океан. Там он разбивается до микрочастиц, и содержится уже во всем мировом океане. Это, конечно, катастрофа. Кстати, будет интересно посмотреть вот это мое видео о пластике. Но вы спросите, а где же покупать тогда ту самую лучшую гималайскую соль? Да, это будет реклама но честная и прямая. И почему об этом не сказать, если мы в том числе, помимо сотен разных органических продуктов питания, мы продаем и натуральную, безопасную, без красителей настоящую гималайскую соль. То есть добытую именно в шахтах в штольнях. И просто раздробленную, да? маленьких частиц или до да, относительно крупных кристалликов размером 2-3-4 миллиметра. Так вот, эту соль вы можете приобрести на нашем сайте nadgard.com ру Либо на нашем втором сайте, если вы хотите купить только соль и больше ничего, то есть на небольшие суммы, тогда можете купить на нашем сайте другом, надгард.су. Оба этих сайта будут даны под этим видео по ссылкам. А то спросите где, вот я вам и сказал. Выбор-то ваш, добровольный. Главное, что вы теперь все знаете, но пока правда еще не все. Дослушайте это видео до конца, чтобы узнать еще более важную информацию. А вот и идеальная альтернатива соли. Это, дорогие товарищи, сельдереевая соль, получаемая лабораторно из сельдерея. Она, конечно, дороже любой другой соли, но она совершенно, абсолютно безопасная, ее можно потреблять даже тем людям, кто принципиально не принимает, не потребляет никакую другую соль вообще. Вот чтобы не разрушить сердечно-сосудистую систему, не причинить вред, чтобы поднять иммунитет, очень полезна эта соль своим уникальным составом микроэлементов. Ну и разумеется, там есть натрий. А поваренная, еще раз, вредна хотя бы и тем, что там нет никаких других минералов, кроме двух натрия и хлора. А еще тем что туда, если вы не знали, в поваренную соль магазинную копеечную, как правило, добавляют одно вещество, один элемент, один металл против слеживания, микропорошок алюминия, а это со временем приведет к многим проблемам со здоровьем, в том числе вплоть до болезни Альцгеймера. А тогда соль нужна. Химический состав морской воды, например, практически идентичен составу плазмы крови. Если вы хотите обойтись вообще без соли, но при этом не хотите убить свое здоровье, потребляйте либо сельдереевую соль, либо потребляйте соленосные растения, которые на прибрежных зонах некоторые растут, правда не в нашей стране. Или принимайте фукус, по крайней мере для получения всех минералов. Посмотрите вот это последнее на данную тему мое видео. Ну а теперь про соляную кислоту. Тут нужно напомнить, что она вырабатывается, легко вырабатывается и будет вырабатываться в должном количестве, которое нужно организму, желудку, от потребления соли. У многих людей, кто соль не ест, недостаточная по желудочного сока, а значит плохое пищеварение и низкие дезинфицирующие свойства желудка. Кто не знал, главная задача желудка – это дезинфекция от попадания в организм, далее, с пищей, бактерий, вирусов, грибков и даже отчасти паразитов. Внимание, если вы много пьете воды, принимаете мочегонные средства, потеете в банях или при занятии спорта, вы теряете много натрия, а при его недостатке может быть, кстати, и слабость, быстрая утомляемость. Эти причины могут быть в том числе из-за недостатка натрия. Попробуйте потреблять больше соли и почувствуете Увеличится ли у вас энергия? Такое может быть. И тогда это будет говорить о том, что у вас действительно был дефицит натрия и недостаточное потребление соли. Помните, что натрий регулирует еще и кальций. И сердце не может нормально работать без достаточного количества натрия. Как не может работать нормальный калиево-натриевый насос. И особое внимание, митохондрии, которые дают нам энергию, не могут вырабатывать достаточное необходимое количество энергии без необходимого на это количество натрия. Я обещал еще рассказать, а полезно ли дышать в соляных комнатах, да, полезно, особенно тем людям, у кого есть бронхолегочные заболевания. Можно также использовать галогенератор, но тогда для него обязательно берите натуральную гималайскую соль без красителей. А при дыхании вот этими ионизированными частичками соли, молекулами, вы можете избавиться даже от слизи в гайморовых и прочих пазухах. Можно избавиться от мокроты, от першини в горле. Ну вы знаете и слышали, что даже нос промывают морской или соленой подсоленной водой. И еще совет для тех, кто все-таки хочет есть по минимуму соли, но все же солить пищу. Так вот, как солить пищу меньше, чтобы иметь тот же самый насыщенный вкус, но при этом использовать во много раз соли меньше по количеству, вот вам мое видео. И напоследок, наверное, самая главная информация, которую вы, скорее всего, не знали. Соль не только важна как дезинфицирующее средство в плане натрия хлора для выработки желудком соляной кислоты, для переваривания белков, а главное дезинфицирующей функции от попадания, как я уже сказал, грибков, бактерий, паразитов в организм через пищу. Но вот что вы точно не знали, говоря о дезинфицирующих свойствах соли. Дело в том, что наши иммунные клетки, конкретно нейтрофилы и макрофаги, они вырабатывают небольшое количество самой настоящей хлорки. Да-да, той самой хлорки, просто в микроскопических количествах. Гипохлорид натрия. И вот они точечно бьют по мишеням, своим мишеням. В том числе они уничтожают патогенные грибки и бактерии, и даже кандиду. То есть из соли наша иммунная система берет реактивы для своих, в том числе дезинфицирующих, антимикробных свойств. Вот так-то. И более того, они убивают бактерии за миллисекунды за сотые и тысячные доли секунды и гораздо быстрее, чем даже это делает перекись водорода. Вот так-то, дорогие друзья. Я надеюсь, что данное видео было вам полезным. Какие выводы мы можем сделать? Соль не так опасна, как ее, как говорится, мыливали. 10-12 грамм соли в сутки, получаемые из всех продуктов, съедаемых за день, можно вполне для здорового человека, у кого нет повышенного артериального давления, то есть артериальной гипертензии, как болезни. Нет отеков, у кого здоровые почки. Но если вы спортсмен-марафонец, если вы много потеете, работаете на металлургическом производстве, у доменной печи там и тому подобное, пекарь, допустим, весь день рабочий у печи, кузнец, то тогда обязательно потреблять соли нужно еще больше, и это зависит от количества воды, которая из вас выходит в виде пота. Тогда потеря соли идет самая максимальная. На втором месте потеря соли идет через мочеиспускание. А это, как правило, зависит от того, сколько вообще вы пьете воды в день. Много пьете, больше выходит соли из организма. Ну и, соответственно, запас ее нужно восполнять. Тут все очень просто, вы поймете эмпирически, и по состоянию, и по самочувствию. А иногда можно сделать и анализы крови на тот же натрий. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте, подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомление о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.